Тем временем в Республике Крым за сутки выявлено 38 новых случаев коронавирусной инфекции. Эти данные опубликовал на своих страницах в соцсетях глава региона Сергей Аксенов. 10 из этих случаев выявлены во время обращения за медпомощью, 24 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 при скрининге здорового населения. По данным республиканского Минздрава, один человек с подтвержденным коронавирусом скончался за прошедшие сутки.